Клево всем, друзья! Сегодня я на реке Кубань, и сегодня я с маховой удочкой. Нашел интересное место с обраткой и буду ловить прямо в обраточке. А интересное, мне понравилось. Конечно, хотелось бы удилища 7-8 метров, но у меня шестерка, буду ловить ей. Уже отгрузил, нашел дно, все выставил, сейчас готовлю прикормку. Ну вот, нужно набрать водички. А здесь вот такая вот обрывка. Опа! И вот так вот набираем воду. Зацепило. Все, вода для прикормки есть. Дно здесь. Глина с песком, больше глины. И это у меня будет основа для прикормки. Здесь есть кротовки. И из кротовок я набрал глину. Добавляем водичку и перемешиваем. Есть. С последней рыбалки у меня осталась прикормка, которая лежала дома в холодильнике, в морозилке. Я ловил рядом с этим же местом на донке. И вот эту остаток прикормки высыпаю в глину. И все это тщательно перемешиваю. Получается мне где-то близкое к 1-2, ну может чуть-чуть глины, чуть больше. Можно вообще делать 1:10 и также будет работать. Ну, маленькое ведро. И не насобирал больше глины. Отлично. Вот такая кутебяка получается. Вот такая. Но будем сейчас еще увлажнять. Шары будем делать более тяжелые. На улице очень жарко. Уже плюс больше 30 градусов. Приехал я поздно, в 10 часов. Вот сейчас начало сейчас время начала 11. Смог вырваться только. А ехать не ближний свет, почти 100 километров. Ну вот, мне нравится. Лепнет такая, тяжеленькая. Можно еще тяжелее делать. Но тут обратка с умеренным. Я попробовал, у меня груз поплывка написано 4 грамма. И мне ловить комфортно. Все. Теперь леплю шары. Которыми буду сразу закармливать. Ловить долго не намерен, часа, думаю, 3 мне хватит на сегодня. В этом месте очень много американского сомика. Надеюсь, в принципе, на него. Половить на удочку американского сомика еще не ловил. На фидер, на донки ловил, а вот на удочку еще не ловил. Делаем такие тяжеленькие шарики, вкусные. У шариков, значит, у прикормки, когда она тяжелая и долго разваливается, есть отличное преимущество. Когда он лежит на дне, за ним образуется завихрение, за которым скапливаются частички прикормки. И также сможет отдыхать рыба. И рыбе интересно подходить, останавливаться за такими шариками, которые долго размокают, долго лежат. Поэтому много шариков нужно делать именно максимально тяжелых. За ними будет скапливаться корм, останавливаться, и за ними уже будет стоять рыба. Из крупных частиц здесь крупа. Чуть-чуть водички добавим. Закармливать буду один раз, так как рыбалка, сессия недолгая. Поэтому растягивать на несколько закормов нет смысла мне. Поймаю, поймаю, не поймаю, не поймаю. Это рыбалка. Солнце палит. Надеюсь, рыбка будет. Ну а вы, друзья, если вам нравится мое видео, ставьте класс, подписывайтесь. Пишите комментарии. Для вас это ничего не стоит. А вот канал благодаря этому продвигается.
Готово. Ну что, все готово. Глубина для ловли отбита. Шары готовы. Начинаем кормить. Для этого забрасываем в точку ловли. И в этот район чуть-чуть выше. Так как у нас течение, здесь обратка. Сама Кубань течет слева направо, а в этом месте обратка справа налево. И мы закармливаем место. Оба, поклевка была, друзья. У меня где-то опарыш. Я кормлю, и у меня была поклевка. Вот это круто. Готово. Начинаем ловить, друзья. Оп, 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 есть, ребята, есть. Кто это? Ох, нифига себе, какая красавица. А кто это? Подожди, подожди, подожди. Это, смотрите. Ага, шамайка. Это шамайка, друзья. Притом, самое интересное, она в брачном наряде. Отпустим рыбку. Тем более, краснокнижную. Да и сейчас в Краснодаре под 40 градусов. Я не знаю, высушить рыбу, вымочить, целая проблема. Смотрите, сразу подошла рыба. Офигеть. Поехали дальше. Фу, как жарко. Течет с меня. Просто течет. Надеюсь, подойдет. Хотя уже не утро. Жарище. Ну, посмотрим. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Кто это у нас? Густерка, друзья. Вот такая вот густерочка, как положено, на придержке клюнула. Сразу домой. Вот американцев бы взял домой на пожарку. Вкусная рыбка. Я грузил сейчас поплавок так, выставил глубину таким образом, что нижний подпасок идет сантиметров 5 над дном. А длина поводка у меня 30 сантиметров. Ну, обсосали. Друзья, вот монтаж. Поводок длиной 30 сантиметров, потом подпасок, еще один точно такой же подпасок, примерно через 8-10 сантиметров, и через 40 сантиметров основные груза. Таким образом, вот этот нижний подпасок идет с 5 сантиметров над дном. Поводок длиной 30 сантиметров. Получается, 25 сантиметров поводок идет по дну. Но когда я делаю придержку, поводок обгоняет и взлетает. Взлетает до вот этого подпаска. А если взлетает сильно, то уже максимум до второго подпаска. Таким образом, если делаешь короткую придержку, длина поводка взлетает на 30 сантиметров, если более длинную, на 40 сантиметров. И вот очень часто именно при вот этих придержках, когда взлетает поводок, и идут поклевки. Поплавок 4 грамма с головой хватает его здесь провести. А если бы я ловил на границе течения, мне бы, наверное, шестерки бы не хватило, надо было грамм 8 ставить. Ох, 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 нифига себе! Есть! Что я поймал? Американца поймал, он тоже небольшого. Ай, класс! Да, проводочку на придержке. Все как положено. Всадил американца. Не маленького подушку. Ну, в прибрежной зоне ловлю как раз на обраточке. Оп, 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 оп. Кто это? Шамаечка, да? Или рыбий? Рыбчик, ребятки, рыбчик. Да? Или шамайка? Рыбец. Вот, пожалуйста, в проводку на удочку рыбчик. Великолепно. Беги домой. Рыбчика поймал. Так, уклейку поймал. Шамайку поймал. Рыбца поймал. Густеру поймал. Американца поймал.
15 минут ловили 5 видов рыб. Шикарно. Мне нравится это. Ого, поклевка! Вот так поплывок! Нифига себе! Слушай, а что я без подсака буду делать, ребята, не знаете? Это нечто, это смотри, смотри. А что я буду делать без подсака? Я не знаю, как эту рыбу понять. Американец. Так, я залез куда-то. Вот, ребята, смотрите. Это я поймал в проводку на маховую удочку. Только что. Смотрите, друзья, в проводку на мах. Класс. Смотрите, какой красавец, а, друзья. Они какие усищи. В проводку на мах. Ой, как он хрюкает, а. Во, усищи. Как жарко. Убойненько, я бы сказал. Прикольно. Сидишь так прям под ногами ловишь. И закидывать классно с обрыва, просто опустил. Не надо никаких махов делать, взмахов. Кто там, кто там, кто там, кто там? Ох, какая шамаечка, ребята! Какая она классная! Что ты, мощная, сильная. Вот такая красавица, друзья. Вот она. Настоящая шамаечка. Беги. Когда уже ее выведут из красной книги? Ее реально с каждым годом все больше и больше. И экземпляры попадаются до 30 сантиметров уже. Мою первую рыбалку на поплавочную удочку в реке Кубань можно посмотреть, перейдя по ссылке. Советую вам посмотреть, очень интересное видео. Ловил густеру и чихонь. Ох, давай, 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 кто это? Шамайка опять. Нифига себе, ребят, я по шамайке увеличиваю размер. Смотрите, ушла. Отличная шамайка была, просто сказочная. Муа, нямка, какая она была бы вкусная. Но краснокнижная рыбка, надо отпускать. Да и в такую жару вымочить рыбу практически я не знаю как. Ребята, если вы знаете, как можно вымочить рыбу, когда бешеная жара, подскажите, напишите. Густерка. Неужели, ребята, густерка? А ну-ка. Вот такая красавица. Какой плавник острый. Беги. Очень интересная рыбалка, я вам скажу, на поплавок в реке в проводку. Вот в таких местах, в с обрядочками, в затяжках ловить очень интересно, очень. Рыба разнообразная, сильная. И можно поймать очень много. И в принципе ничего сложного. Надо иметь несколько вариантов поплавков разной грузоподъемности. И великолепно все ловится. Ну и в идеале. Ой, это что, еще одна густерка? Неужели густерка подошла? Смотри, какая красавица. О! Шикарная просто. Но столкнулся с проблемой грузоподъемность поплавков. Тех поплавков, которые мне надо, вот как у меня вот эта модель, не могу найти больше 5 грамм грузоподъемности. А мне нужно 6, 8 до 10. То есть это только заказывать через интернет.
Хотелось бы сначала знать модель точно и потом ее заказывать. А вот эти все недорогие китайские, одно и то же совершенно у всех. И максимально, что я находил, это 5 грамм. А это маловато. Вот на данный момент у меня стоит четверка. Ну, я считаю, все-таки 5-6 даже было бы здесь получше. Хорошая густерка. Вот чуть дальше стоит, ребята. Великолепная, просто шикарная. Смотрите, какая. Офигительная. Чуть-чуть дальше стоит. А уже удочка, мне тяжело туда достать. Шестерочка коротковатая. 7-8 метров, и было бы сказка. Ох, 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 что там такое? Кто там? Карась, друзья! Карась, ребята, карася поймал, смотрите, какой классненький. Смотрите, вот такой красавец. Ох, 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 нифига себе, ого, 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 ого. Что там, ребятки? Кто там такой бойкий? Карасик, ребята, это карась. Офигительный карасик, просто шикарный. Бойцовый, я бы сказал. Вот, вот он красавец. Вот он, друзья. Самый настоящий карась. На маховую удочку в проводке на Кубани. Ох, 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 кто там такой? Вот это карасик. А как его поднять, чтобы удочку не сломать? Вот это лопать, а. Ребятки, смотрите, какой красавец. Просто шикарный. А? Класс. Ох, 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 кто там такой, а? Такой резкий бойцовый, а, ребятки. О-о-о-о-о-о-о-о. Карасик, друзья, карасик. Но какой сказочный, друзья, лапать. А как его поднимать, я не знаю. Чтобы удочку не сломать. И не оборвать. Поднял. Вот такой красавец, друзья, смотрите. Шикарный. Смотрите. А? Вот, красавец. В проводочку. В реке Кубань. На удочку. Иди сюда. Кто это такой тот? Давно не клевавший. А это подлещик. Я его сегодня тоже поймал, друзья. И лещ к нам пришел. Все, весь комплект. Я думаю, ну как это сегодня без подлещика. Пришел, друзья, он. Сопливчик здесь. И сопливчик у нас клюнул. Все. Значит, сегодня на маховую удочку я поймал уклейка, шамайка, рыбец, сазан, карась, плотва, лещ, густера. Великолепно. А, американский сомик. Ну что, друзья, сейчас час дня. В 10 я начал замес. Вот мне получается 3 часа рыбалки вместе с замесом, за кормом. Из того, что я взял себе домой, 7 карасей и 6
американских сомиков. Сазанчика грамм на 300-400 поймал, но боюсь, что не записал, не заметил. Карта памяти заполнилась. При монтаже буду видеть, записал или нет. Куча уклейки. С десяток шамаек. Пяток рыбцов. С десяток густерок. Один подлещик. Вот такой был сегодня улов на одну маховую удочку длиной 6 метров в реке Кубань. Отлично половил. 3 часа рыбалки за одно большое сплошное удовольствие. Кайфанул. Было очень интересно, когда сразу после закорма начал клевать американский сомик и шамайка. Сразу. Просто сразу. Как будто этот грохот их привлек закормочных шаров. Это где-то длилось счастье. Сейчас, при том в течение я считал, в первых 15 минут я поймал 5 разных рыб. А потом был момент, заглохло. Ловилась только одна уклейка во всех слоях, в разных, чуть дальше, чуть ближе от берега, везде одна уклейка. А потом начала подходить карась. Вот. Потом начала подходить густера. За ней подтянулся карась. Было очень кайф. Ну а поимка сазанчика, грамм 300-400. Да, и это вообще настоящий дикий кубанский сазанчик, хоть небольшой, но тем не менее клюнул в проводку на удочку. Было очень кайф, было очень интересно. Друзья, до новых встреч. Увидимся с вами на рыбалке. Подписывайтесь, ставьте лайки.